Так, всех приветствую. Давайте сегодня будем смотреть поток. Посмотрим на картах египетское Таро. Что у нас будет в июле месяце? Что нам хотят карты рассказать? Какие предупреждения? Напоминаю, что плохих карт у нас нету. Если даже что-то нам карты покажут, это значит нам подсказка, куда двигаться, да, что, возможно, изменить нужно для того, чтобы ситуацию улучшить. То есть относитесь к картам не как к приговору, а как к вашим помощникам, которые вас направляют. А то некоторые боятся услышать что-то плохое, думают, что все, конец, конец, конец. Да? Так, смотрите, энергии будет достаточно, работы будет валом. С кем-то, девчонки, будете активно переписываться, это вам даст какие-то новые эмоции. Нужно будет делать какой-то выбор, очень много будет искушений, и смотрите аккуратненько. Почему? Потому что переписываться-то вы будете, да, но, возможно, нужно четко выбирать слова, которые вы будете доносить до человека, да. Тут аккуратно могут быть какие-то конфликты, какие-то спорные моменты, но искушения будут очень-очень большие. Что-то кто-то будет вас соблазнять. Ну вот нам показывают, что с мужчиной, возможно, с мужчиной будет какая-то такая ситуация, связанная именно с финансами, связанная с вашей работой. Может быть какая-то такая острый момент из-за какой-то подставы. Это да. Что еще говорят? Ну, говорят, что, блин, вам может разбить сердце. Какая-то ситуация, связанная опять-таки с мужчиной, скорее всего, что он в стабильных отношениях, то есть он стабильный такой, да, император, но он чем-то ограничен, он ничего не может сделать, и эта ситуация может как-то вас ранить. Но, девчонки, все в ваших руках, карта Мах и карта императрицы, да, и десятка пентаклей, то есть вы можете достичь колоссальных результатов в июле месяце, все, что касается финансов, да, они вырастут, то есть работы будет много, но это даст вам полное удовлетворение, то есть не будет нехватки денег, прекрасный шанс вырасти, да, сделать какой-то качественный рывок, если вы будете четко управлять своей жизнью, знать, что вам необходимо. О боже, три старших аркана, ничего себе. Значит, тут показывают, что действительно вот это вот состояние, когда вы уже набрались мудрости, когда у вас уже есть собственная сила, вы прошли какую-то огромную трансформацию по карте Суд, да, и что вы действительно, вот надо только немножечко подождать для того, чтобы исполнены были все ваши желания. Что еще говорят? Выбор в теме любви. Там вы будете точно победителем, там у вас будет что-то очень стабильное, классное, может, не знаю, даже кто-то пойдет, повенчается, то есть выбор вы сделаете. Наберетесь мудрости, возможно, кто-то будет изучать какие-то тайные знания, много будет писать, много будет записывать всего. То есть эмоции под контролем однозначно держать нужно. Ну и заканчиваем над тем, что пора все-таки раскрывать свое сердце, не зажимать свои мысли, эмоции, как-то вы сейчас в таком зажатом состоянии, что выходит солнышко, которое в принципе согревает и которое, знаете, вот показывает вам, что все будет достаточно благополучно в вашей жизни. Последние три карты. Переезды у кого-то будут, поездки, путешествия. Вот, то есть вы четко понимаете, куда вы хотите попасть, куда вы хотите прийти. Но я говорю, что состояние будет очень-очень стабильное. То есть какая-то плохая ситуация в вашей жизни все-таки закончится, что вы очень сильно из-за нее переживали. Кстати, переживали по поводу финансов 100%. Да, тут переживали, страдали. Но говорят, что если вы будете предпринимать активные действия, то у вас, в принципе, ну все, дорога открыта. Девчонки, дорога открыта. То есть вы должны быть более решительной, более напористой. И, ну, тут опять-таки управление своей судьбой, управление своими мыслями, у вас там все получится, куча старших арканов, куча всего интересного. Поэтому июль месяц будет очень насыщен событиями. Самое главное, четко вам понимать, куда вы хотите попасть, и вы туда обязательно попадете. То есть человек не может прийти туда, куда он не знает, куда он хочет. Все, давайте, я вас обнимаю. Пока-пока.